Добро пожаловать! Это топ-10 обзор. Погнали! 10 место. Z-Track Green. Данная модель оснащена электродвигателем с максимальным числом 600 оборотов в минуту и открывает подборку одна довольно популярная модель шуруповертов. Это бюджетный инструмент, поэтому сразу скажу, что требовать от него многого не стоит. Несмотря на это, максимальная скорость холостого хода шуруповерта составляет 1200 оборотов в минуту, а предел крутящего момента 26, что довольно неплохо, если учесть стоимость инструмента. В комплекте имеется один аккумулятор емкостью 1,5 ампер-час, чего хватит на 30 минут беспрерывной работы шуруповерта. Вес инструмента составляет 960 грамм. Он компактный и удобный в работе. Да и в целом, за свои деньги, шуруповерт может стать отличным помощником по дому. 9 место. Bugsbert CD12. Данная модель оснащена электродвигателем с максимальным числом 600 оборотов в минуту. При этом максимальный крутящий момент составляет 20. Диаметр патрона регулируется от 0,8 до 10 мм. В комплект входит один аккумулятор с электроемкостью на 1,3 ампер-час. Заряда аккумулятора хватает достаточно надолго, судя по отзывам, его хватает минимум на закрутку 180 саморезов длиной 40 мм. Стоит учесть важный момент, отдельно аккумуляторы к этому шуруповерту не продаются, а от других моделей могут не подойти, однако, при желании, аккумулятор можно подобрать. Также стоит отметить, что шуруповерт не предназначен для сверления твердых поверхностей, таких как сталь или бетон. 8 место. Oasis 12. Сразу стоит отметить, что многие покупатели сообщают, что устройство идеально сочетает в себе цену и качество. Но нужно понимать, что это не профессиональный инструмент. Он больше предназначен для простых бытовых задач, сборка мебели или что-то подобное. При этом также стоит отметить достаточно невысокую максимальную скорость вращения, которая составляет 350 оборотов в минуту. Номинальный крутящий момент составляет 22. Патрон рассчитан для зажима сверл максимум диаметром 10 мм. Вес устройства составляет всего 800 грамм, емкость аккумулятора 1,3 ампер-час. В базовый комплект поставки входит один аккумулятор. 7 место. Yikadro IK B12. Следующая модель от бренда Yikadro хороша тем, что при оформлении заказа можно выбрать различную комплектацию, включая количество аккумуляторов и мощность двигателя. Инструмент имеет 19 позиций для выбора оптимального крутящего момента. При этом максимальный крутящий момент составляет 28. Также стоит отметить максимальную скорость вращения холостого хода, которая составляет 1300 оборотов в минуту. Комплектный аккумулятор заряжается до 100% за 2 часа, а примерно 80% заряда аккумулятора заряжается за 1 час. Инструмент с аккумулятором весит 910 грамм. Также стоит отметить, что товар имеет довольно много положительных отзывов от реальных пользователей. 6 место. Ozai WS 3012 A2. Далее следует шуруповерт от известного китайского бренда Ozai. Шуруповерты этого бренда довольно хорошо зарекомендовали себя на рынке. В комплект поставки входят два аккумулятора емкостью 1,5, батареи держат заряд довольно долго. При этом аккумуляторы заряжаются до 100% примерно за 2 часа. Скорость холостого хода от 400 до 1500. А максимальный крутящий момент составляет 28, при этом на AliExpress у продавца сразу можно выбрать модель с крутящим моментом 36 и с более мощным аккумулятором. Аккумуляторы всегда можно заменить или заказать в официальном магазине на сайте Ali. 5 место. Enakaur TNCD 12. А это еще одна популярная модель, которую можно приобрести на Яндекс.Маркете. Вес устройства составляет 950 грамм. Инструмент довольно легкий и компактный, удобно лежит в руке и отлично подходит для использования в быту. В комплекте поставки имеется два аккумулятора.
Возможно, для кого-то будет приятным бонусом наличие в комплекте 7 бит и 6 сверл. Также имеется транспортировочный кейс. Скорость холостого хода модели варьируется от 350 до 1350 оборотов в минуту. А максимальный крутящий момент составляет 25. Традиционно для подобных шуруповертов диаметр зажима патрона регулируется от 0,8 до 10 мм. Четвертое место. Союз ДШС 3212L. Далее следует уже более дорогая модель от компании Союз. Габариты устройства составляют 240 на 290 и 90 мм, а вес шуруповерта 1,1 кг. Стоит отметить хорошее качество сборки. Поставляется устройство с двумя аккумуляторами с электроемкостью на 2. При этом аккумуляторы от комплектного зарядного устройства заряжаются быстро. Пока работаешь с шуруповертом на одном аккумуляторе, второй полностью заряжается. Скорость холостого хода варьируется от 350 до 1150 оборотов в минуту. А вот номинальный крутящий момент составляет 20. Третье место. Борт BAEB 12X Vali. Данный шуруповерт от компании Борт имеет достаточно неплохие характеристики, как для своей цены. Максимальная скорость вращения составляет 1400 оборотов в минуту, крутящий момент на максимуме составляет 30N умножить на M. Комплектный аккумулятор имеет стандартную электроемкость на 1.5. Он один в комплекте, но при желании всегда можно докупить необходимое количество аккумуляторов. Это вполне неплохая модель, которая не подведет в нужный момент. Также инструмент можно использовать для сверления, в том числе и для твердых материалов, включая сталь. Второе место. Deco 12V Mach. Предпоследний шуруповерт в подборке представлен компактной моделью от известного бренда Deco. Модель надежная и проверенная временем и многими пользователями. Для вашего удобства у продавца имеется три различных комплектации. От базовой до варианта с кейсом, дополнительными аккумуляторами, битами и сверлами. Стоит отметить относительно высокий крутящий момент, который составляет 32, и высокие обороты холостого хода 1500 оборотов в минуту. Вес устройства с аккумулятором составляет 970 грамм, а его габаритные размеры 200 на 200 и 50 мм. В целом, это вполне неплохой и проверенный вариант для выполнения домашних задач. Первое место. Xiaomi Mach Brushless Cordless Drill 12V. Замыкающую модель шуруповерта точно оценят любители бренда Xiaomi, однако, даже если не обращать внимания на бренд, у этого инструмента есть ряд преимуществ. Во-первых, модель имеет стильный внешний вид, но самое главное, что инструмент оснащен бесколлекторным мотором, что значительно увеличивает ресурс мотора и снижает его энергозатраты. Исходя из этого, видимо, конструкторами было принято решение сделать аккумулятор несъемным. Что касается основных технических характеристик, то модель имеет максимальный крутящий момент, который составляет 30. А максимальные обороты инструмента имеют значение 1400 оборотов в минуту. Это позволяет сверлить тонкий металл, а с саморезами инструмент справляется без проблем. Габариты устройства 185 на 51 и 179 мм. Весит всего 0,87 кг. Емкость АКБ-2. В комплект входят 24 различных бит из прочной стали. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, я буду очень рада.